Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Спорт для всех» и я, Екатерина Абрамова. Третьего июня этого года открылся ледовый дворец «Чебоксары-арена». Не каждый регион может похвастаться подобным спортивным сооружением, которое соответствует уровню континентальной хоккейной лиги. 7500 посадочных мест, 2 ледовые площадки и еще множество преимуществ и предоставляемых услуг, о которых вы узнаете в нашей программе. Почти 5 месяцев ледовый дворец «Чебоксары-арена» функционирует в рабочем режиме. Здесь тренируются спортсмены, отдыхают чебоксарцы. Открытие такого комплекса для хоккеистов и фигуристов стало настоящим праздником. Теперь в республике сразу на 2 тренировочные площадки больше, а значит, увеличилось и количество тренировок, а это залог высоких побед. Ребятам очень нравится, глаза горят, желаний очень много. С тренировки приходят довольные, уходят уставшие, но довольные. Так что вот, в связи с тем, что появилось дополнительных 2 льда в Чувашии, я думаю, что традиции научебоксарского хоккея, чувашского хоккея будут продолжаться, они будут выходить на более высокий уровень. В связи с такой ареной, которая соответствует уровню КХЛ, я думаю, доживем, и детишки наши вырастут и будут играть когда-нибудь и в КХЛ тоже. Поражает масштабность основной площадки. Здесь юным спортсменам и спортсменкам есть где раскататься и отработать свои прыжки и вращения. Здесь так привычно, мы уже привыкли. И даже ближе ездить. Здесь не холодно. В «Спартаке» было очень тесно, а тут очень много раздевалок, и поэтому очень хорошо. Воспитанники в восторге. Я думаю, что они покажут намного лучший результат, чем был в прошлом году. Доступность льда увеличилась. То есть, если раньше у нас было 2 льда, допустим, в неделю, то сейчас уже 4 льда. Это намного больше, и мы сможем показывать лучшие результаты. Чебоксары-арена принимает не только спортсменов, но и любителей активного и здорового образа жизни. Здесь есть сеансы массового катания, они доступны не только по выходным, но и по будням, средам и четвергам. Кроме ледовых площадок, в Чебоксары-арена предусмотрен и тренажерный зал. Работает он ежедневно до 9 вечера. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте Минспорта Чувашии или в официальной группе ВКонтакте. Тренажеры все новые. В принципе, на все группы мышц есть. Есть свободные веса, есть тренажеры, силовые рамы. Зал открылся недавно. Соответственно, народу не так много, очередей, но тренажеры нет. Так что приходите заниматься, все объясним, поможем. Будем ждать. С этого года республиканская команда «Сокол» выступает в первенстве высшей хоккейной лиги. И домашние матчи клуба проходят именно на льду «Чебоксары-арена». Я думаю, интерес зрителей и интерес руководства области, он клубу повысится. Ну, я повторюсь уже, с учетом вашего великолепного дворца, я думаю, высшая хоккейная лига с удовольствием на такие клубы с такими спортсооружениями она увидит в составе участников чемпионата высшей хоккейной лиги. Поэтому могу пожелать игрокам только здоровья, обойтись без травм, а клубу успехов. В первой серии домашних матчей «Соколу», к сожалению, не удалось показать должного противостояния командам-соперникам. Но далее очередной тур в ранге хозяев льда. Гости – представители саратовского клуба «Кристалл Юниор», соседи по турнирной таблице. Возможно, именно это повлияло на то, что матч оказался весьма захватывающим. Интригу команды держали до последнего. Свидетельство тому – активность зрителей. На этот раз их было рекордное количество. Более 1000 поклонников хоккея скандировали в один голос. В числе зрителей и юные болельщики «Сокола», которые жаждут победы любимой команды не меньше взрослых. Мы просто очень хотели посмотреть этот хоккей. Мы видели на остановках разные баннеры. И мы хотели очень посмотреть. Мне кажется, то, что хоккей еще будут на Чебоксары-арене, и то, что вообще хоккей – спорт хороший. Мы хотели, чтобы «Сокол» выиграл за счетом 6-1. Папа нас пригласил, да. Потому что «Сокол» – чебоксарская команда, а мы родились в Чебоксарах. Да, мы родились в Чебоксарах, и мы хотим, чтобы «Сокол» выиграл.
И все-таки в первом из матчей с преимуществом в одно очко победу одержали гости. Жалко, что проиграли. Такая хорошая атмосфера, надо ее поддерживать и наоборот приумножать, а получилось так, что взяли и проиграли. Отыграться получилось в игре следующего дня. По итогам третьего периода на табло 4-4 и после серии буллитов победа на нашей стороне. Если команда «Сокол» только начинает разыгрываться в обновленном составе, то женская вольная борьба в Чувашии уже давно набрала обороты. Как отметил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев, Чувашия – лидер по подготовке членов национальной сборной по женской борьбе. Именно это было продемонстрировано на прошедшем в Новочебоксарске первенстве страны, в котором приняли участие 237 спортсменок из 38 регионов. За два дня соревнований они разыграли награды в 11 весовых категориях. Эти участники будут участвовать в Салавате на первенстве России 8-12 ноября. Вот там будет непосредственно отбор к первенству Европы и мира, соответственно. А это просто отборочные соревнования к следующим первенствам России. За возможность участвовать в следующих соревнованиях боролись 25 воспитанниц республиканских спортшкол, в их числе и Екатерина Михайлова, которая в августе этого года победила в первенстве мира по вольной борьбе. После такой победы в первенстве России любой соперник не страшен. В победе я уверена, потому что уже знаю соперников, с которыми буду бороться. На прошлой России встречалась со многими встречалась на других турнирах в Москве. Уверенность в своих силах Екатерина оправдала. Золото в весовой категории до 44 килограммов – ее. Кроме этой медали на счету сборной Чувашии еще 6 наград разного достоинства, что вывело нашу команду на первую ступень пьедестала по итогам общекомандного зачета. Подобные результаты и стали весомым аргументом в пользу Чувашии, когда обсуждалось место проведения 11 и 12 декабря Кубка России по женской вольной борьбе на призы главы Чувашии. Сегодня мне отрадно отметить, что из представительниц Чувашии сегодня в олимпийской нашей команде присутствуют 4 девушки. То есть это большой успех, учитывая, что команда она не такая большая. Вот, это Гольц, Краснова, Федорова и Чумякова. То есть вот 4 девушки сегодня являются, скажем так, кандидатами в составе сборной команды Российской Федерации на поездку в Рио-де-Жанейро в 2016 году на Олимпийские игры. Вот. Шансы у каждой девушки разные, вот. Но, по крайней мере, то, что они достигли таких успехов, такого положения, конечно, это радует. Это говорит о том, что и в целом по республике дела обстоят, в общем-то, я бы сказал, хорошо. В прошлом году в международном турнире приняли участие 130 сильнейших спортсменок из 22 регионов России и 5 зарубежных стран. По итогам соревнований 2014 года уроженки Чувашии Екатерина Краснова и Наталья Гольц стали победительницами в своих весовых категориях. В этом году турнир планируют провести в Ледовом дворце Чебоксары-Арена и сделать из него не только спортивное мероприятие, но и хороший праздник. Уже в календаре значится мероприятие как Кубок главы Чувашской Республики, Кубок России по вольной борьбе, который проводится на территории нашей республики, это дорого стоит. Для нас, прежде всего, это популяризация уже силового вида спорта, который позволяет нашим девушкам вырабатывать характер, мужество, силу к победе, преодоление тех трудностей, которые практически возникают в реальной нашей жизни. Главный тренер национальной команды по женской борьбе Юрий Шахмурадов считает, что если Кубок России в Чебоксарах пройдет с отличием, то, возможно, в следующем году эти соревнования будут заявлены в международный календарь, потому что у нас на территории Российской Федерации отсутствует турнир такой значимости по женской вольной борьбе и с таким призовым фондом, а он составляет 120 тысяч долларов.
Теперь об этих и других новостях спортивной жизни Чувашии приверженцы активного и здорового образа жизни могут узнавать не только на сайте Минспорта Чувашии, но и в официальном их сообществе ВКонтакте. Кроме этого, в разделе «Объявления» в рубрике «Вопросы-ответы» вы можете оставлять свои вопросы, идеи и пожелания. Интерактивность – главное преимущество социальных сетей. Поэтому еще один совет. Подписывайте свои фотографии ВКонтакте с активного отдыха хэштегом «Спорт21», и они обязательно появятся в официальном сообществе республиканского ведомства. Главное, помните, что спорт – он для всех. –